Ну вот, мы наконец зашли в магазин. До этого я снимала, снимала до этого дорогу, до этого магазина, конечно. Ну, там девочки заняты, не буду я подходить к ним снимать. Они ждут коробку, не зайчика будут. Купили уже, да? Ну, хорошо. Мы приехали взять. И что другого? Мне надо мешанное одно и два для курочек. Так, вот это берем мешанное. Ой, дочка моя, дочка, помощница моя. Чтобы я без нее. Так, и эти два. Дома перемешаем по половинке. И хорошо будет. Ну вот. Тут сразу вон кроликам сено продают. Вкусненькое. О. Ну, мы будем заказывать на интернете, и придет громадная коробка, которую хватает довольно надолго. Свежая тоже. Да, и они очень хорошие марку присылают. И что ее. А вот сколько ты вот то, что ты пользуешься? А? Как долго ты пользуешься? Я покупаю коробку для 50 паундов. И это остается мне на месяц? 3 месяца. 3 месяца даже? 2-3 месяца. А, это громадная, да? Да, большая, да. А вот это тут я про другое. Но это 48 унций. Угу. Это, ну, вот такой где-то ширина. Угу. Такого. А у меня коробка такая большая стоит тут. Так, тут же рядом находится цыплята, если, конечно, цыплята есть там. Тут их поилки всевозможные для них. Разненькие. О, нет, свет выключен. Значит, только где-то там, где горит свет, значит, там кто-то есть. Какие-то малютки. О, какой Ляля тут едет. В этот магазин можно приходить с животными. Не-а. Практически ничего нету. Вот только здесь малюхенькие крохи. Крохотульки. Из-за погодных условий, всего того, что происходит в Америке, пришло сообщение, что придет, как обещали они в этом феврале, да, а придет 21 апреля. Да, нету больше никого. Здесь обычные уточек разных продают, и курочек, цыплят. Ну, значит, в пятницу будет привоз, в четверг, и тогда уже будет все это выставлено. Там маленькие только черные, вон, крохотульки. Смотри, какие ляли. К нам такие придут. К нам придут. Даже не написано, что это за порода и что за лялечки. Не видели, как эти азиатки черные эти? А я не знаю. Тут даже светленькая есть одна. Вон, видишь, цыпленок. Ой, господи. Мои курицы уже большие, уже яйца несут одни другие, ребята. А сейчас я получу совсем крохотных малюточек. Тут, конечно, разная информация. Всегда есть книжки, журналы по тематике, которая нужна. Заборы. А-а-а. Высушенные эти. Высушенные. О, любят курицы этот деликатес такой. Червяки вон там, видите? Высушенные червячи. Жду, когда уйдут покупатели, которые купили кроликов. Веревка. Протягивает. Тут такая она внутри металлическая. Видите, для коз, для овец. Всякие штуки, которые нужны для фермы. Тут вбивать сетку. Жду, когда уйдут, чтобы можно было подойти и не смущать людей, посмотреть, что там за зайчики продаются. Здесь, конечно, громадный выбор и кошачьего, и собачьего корма. Такие хорошие поилочки разные. Домики маленькие для птичек. О, какая прелесть! Ой-ой-ой, какие! Интересно, для каких птичек, что это такое? Совсем крохотульки маленькие. Ха, интересно. Что-то раньше я не видела их.
совсем махонькие. Тут, смотрите, даже сделано вон как гнездышко, чтобы несли яички или это декоративное что-то такое. Ну, сетка, конечно, заборы, заборы, заборы. Нам надо будет скоро устраивать дальше благоустройство своего участка вокруг дома. Ну вот, тут собралась группа людей, ну ладно, я как-то со стороны. Че, он деликатно меня так кусает? Да, смотри, чтоб тебя хорошо не укусил, деликатно. Вон они, какие расцветки. Нет? Симпатичные такие голубые глазки. Красивые. А здесь, посмотрите, какое тут разнообразие. Они тут такие разные. И черные, и маленькие, белые. Смотри, как разукрашены, просто потрясающие. Они молодые. Ой, какие хорошенькие. Реально очень симпатичные. Молодые. Ой, мне плохо видно. Может быть, как-то... Смотри, какая расцветка шикарная, а? Какие они разные, красивые. Серый с белым, песочный. Там самый маленький беленький вот там спрятался около черных. Ушки чистые там. И внизу это мальчики все. Девочек уже всех выкупили, я смотрю. Я не знаю, просто это или просто страшно молодые, маленькие, или эти мини. А ты спроси. Продавщица рядом? Или она не знает? Что тут написано? Они просто приходят. А, это для карты. Так. Are these just really young or are these the mini? You know? Она говорит, что им 9 недель, и что они не мини, а просто они очень маленькие, продавщица сказала. Какие там. Ты не хотела посмотреть клетку, Ляля? Ляль, ты не хотела клетку посмотреть? Очень. Раскраска, как наши собачки. Ушки. Ага. Кончики тоже белые. Черная идет спереди. Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть, ребята. Какие ляльки тут, а? Ой, какие. Где твоя это? Тут. Я убиваю каждый раз, я прихожу. Ну да. А где продают эти клетки? Да, ты хотела с поддонами посмотреть, да? Давай посмотрим. Курочки, курочки, курочки. Тут всевозможные корма, ребята, для диких птиц. Ну, можно на развес, конечно, взять все, что хочешь. Совсем маленькие семена он. Сам берешь, насыпаешь сколько надо, если не нужно брать громадный пакет. 89 центов вон семечки. А здесь вон, смотрите, орешки за доллар 79. Почищено все уже. Вот это можно подвесить в саду. А тут, смотрите, вон, можно кормить разных птичек. Вот ко мне прилетают вот эти красные кардиналы, самочка и самец. Каждый день они приходят ко мне кушать. Вон, какая прелесть. Подсолнечные. Тут смешанное идет для разных птиц. И, конечно, вот видите, вот это всевозможные вот эти кормушки. Они для колибри. В этом году я обязательно себе куплю несколько штук и поставлю в своем саду, потому что колибри прилетают к нам из Флориды. Вон, всякие домики. Можно насыпать зерно, не попортится, будет сохранено. Смотри, как много для колибри этих самых кормушек. Здесь есть и сладкая водичка, делать ее специально, которая... Вот. О, смотри, какой большой там. Вон, они тут будут подлетать и там будут сосать. Прямо оттуда выпивают эту водичку сладенькую. Да, я посмотрела. Видишь, смотри, какие они разные здесь, симпатичные. Прелесть. О. Семечки туда залить. Да. И это эти... И от дождя, твердые, видишь, крышка твердые есть. Эти сладости эти. Угу. И спрятано. Хорошее Все дерево. Спрятано Чем под крышей. Цена? Цена там есть? Я думаю. А? Цена есть там. Ну вот, ну, к примеру, вот такая вот. Кедр. 22 доллара вот такая штука, 21,99. О. Тут бирка мне не показывает. Нет бирки. Где-то видно, где-то не видно.
Вот такая тут уже 29 стеклянная. Ну, в зависимости от размера и из какого материала сделана. Вон, можно насыпать. Смотри, какая прелесть. Ляль, надо нам посадить, а? Надо нам. Этот подешевле будет. Ну-ка, я с той стороны хочу посмотреть. Постоянно же к нам прилетают. Вон там цена 7,99. Это за что? Пакеты, может быть? Может быть, да, пакеты. О, тут орехи. А тут вон кукуруза какая. Для оленей приходят. Олени у нас тоже приходят в гости. Вон там где-то поставить им. Ну, не хочется прикармливать и вызывать на свою сторону, потому что, конечно, у нас очень много охотников. А вот водичка, кстати, которая наливается, сладенькая. Очень много лучше. Нектар. Не надо покупать-то эти. Там страшно много сахара. Сама можешь дома сделать. Ну да. Он там как пенёчек, смотри. У меня несколько рецептов есть, я могу показать. Как пенёчек, смотри, сделан. Да-да-да. Симпатичные какие. Это для калибри все. Это все для калибри. Для разных птичек побольше, семена поменьше. О, смотри. Ну, разнообразие домиков просто красотища. Смотри. Это что? А, ага. Ну, мои мужчины такое могут сами сколотить с моим внуком. Конечно. Просто вечно заняты. Вечно заняты. И времени не хватает. Ох, смотри, сделано под березой, Ляль. Как березка сделана. У нас березы, ребята, редкость. Березы у нас садят. Березы у нас не растут. И сколько такое чудо стоит? 24 или 17? Все перепутано. Сдвинуто, перепутано. Ну, вот это все идет. А это для белочек корм. Дала погрызть? О, белкам. Вот. Угу. Внутри ставишь орешки? Да. О, тут кардинал сидит. Тут всякие вкусняшки для птиц. Вот, красотища. Дочка не может отойти от своих зайчиков. У нас 4 дома. Мальчика живут. Не хочет она их разводить. Боится. Потому что есть люди, которые берут этих зайчиков, отдают детям. А дети забывают их покормить, попоить. И потом сами понимают, что может произойти. Ну, а еще, что более ужасное, мне выглядит, что этих зайчиков берут для того, чтобы тренировать собак на охоту. У нас очень много охотников, так что какая судьба будет у них, неизвестно. И это очень печально. Ну, это жизнь такая временами страшная, кажется. Такая реальная действительность. Ляль, идем. Кто торопился? Алло! Она туда уже руки засунула. Она уже там всех погладила. Зайчикам так нравится? Ну да. До этого у меня хорьки были. До этого у нас были хорьки. Это какой-то караул. Какой-то караул. Я думала, хорек тут взять один. Я тогда зайчики увидела. Ну тут стеллажи. Стеллажи, мед, всевозможные напитки. А? Сзади, осторожно. Ты что хотела? Где? Клетку нет, какую-то? Нету, да. Ладно, ребят. Начинаются кошачьи дела. Собачьи. Там уже для людей одежда идет, всякие инструменты. Продают всевозможные клеточки разного размера и громадные, разные для собак. И, конечно, тут всегда можно взять еще и информацию, да. Любую информацию, которая нужна. Вот, фирма. Хобби-фарм. И свинюшки, и коровы, и козы. Ребята, у меня скоро-скоро я буду смотреть козочек. Хотим взять 2 козочек, уже присматриваюсь к ценам, к породам. Но вначале хочу, чтобы домик. Приобрели домик. Раз им строить некогда, придется купить небольшой. Но он будет, наверное, так же, как и второй наш курятник, который нам обошелся $1400. 2-3 недели, сразу привозят, они устанавливают. Все очень быстро. Там уже внутри все зашито. Только ставь то, что надо, и все.
заполняй внутренности. А так он абсолютно уже готов. Ладно, буду заканчивать свое видео из Rural King. Книжка про зайчиков. Угу. Как показывать, как ухаживать за их. Даже когда нашел, угу, если идешь. Ну, разная информация дается. Да. Разная информация дается. Ладно, будем выходить на выход, а уже не хочу смущать людей. Еще могу чуть-чуть пройти вперед. Тут всякие собачки, кошки. Питание мягкое в канночках. По 79 центов. Есть и вон, 99 всякие эти засушенные погрызть. Это конкретно книжка для резких котов. Слушай, им надо взять коробки. Какие коробки? Вот. Если есть коробка или не... А, да, есть поддончик такой маленький. Надо взять нам. Это очень удобно, да? Почему нет? Сейчас говядину найдем для наших собак. Также, вон, видите, большие громадные подушки есть. И всякие другие корма. Ладно, ребята, спасибо за просмотр. Получилось у меня вместе с дорогой вторая часть нашей поездки уже в самом магазине. Вот такой небольшой пакет, там всякие овощи, $17. Ну, это маленькую собачку, конечно, немножко покормить, а если чуть побольше, то это не на так долго. Здесь уже идут по 55, видите, долларов такой пакет, 36,89. Здесь разная цена абсолютно в зависимости. Есть органика 48, есть органика и разное внутри мясо. Есть здесь мясо и диких животных. Эти консервы и эти корма, они еще более дорогие для разных пород. Все, ребята, за стенкой уже кассы. Это был штат Теннесси, город Свитвотер. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось. Всем пока-пока.